первая игра с лидером нашей зоны. И, на мой взгляд, закономерная ничья. Вот. Хотя, конечно, в некоторых моментах мы, ну, объективно говоря, мы уступаем в мастерстве там, этой команде. Что касается игровых действий, мы не совсем уверенно начали игру. У нас не совсем получался выход из обороны, такой, как мы хотели видеть. И вот эти вот такие ошибки при выходе из обороны, они приводили к атакам опасным соперника нашего сегодняшнего. Поэтому у нас много работы в этом плане. Прибавлять мастерстве нужно там, да, в любой стадии игры. Поэтому это и будем делать. Но, опять же, я повторяю, на мой взгляд, мы заслужили сегодня это очко своим желанием, своей самоотдачей. Естественно, нужно добавлять в качество игры. Мы играем на прекрасном стадионе, на шикарном поле, вот, и практически вообще ни в чем не нуждаемся. Вот, и клуб развивается, и я уверен, что он и будет развиваться. Что касается конкретных задач, у нас стоит задача конкретная выступить лучше, чем в прошлом году. Конечно же, когда ты теряешь очки, всегда хочется побеждать. Мы выходим на каждую игру, вне зависимости от соперника, и выходим побеждать. Естественно, там не играть ничего, не проигрывать. Поэтому задача в конкретном матче, кто бы нам не противостоял, мы хотим всегда победить. Не всегда, к сожалению, это получается, но мы хотим этого делать. Но чтобы подниматься вперед, там, да, естественно, нужно выигрывать. Но, опять же, я повторяю, сегодняшний результат, он закономерен. И я не думаю, что мы все-таки потеряли очки. Наверное, потерял очки Армавир, скажем так. Мы все равно приобрели это. Хоть и маленький, но все-таки шаг вперед. Поэтому надеемся, что эта игра сегодняшняя, там, да, такая запредельная самоотдача, мы будем показывать в каждой игре и поспособствует дальнейшему, скажем так, улучшению и продвижению нас по турнирной таблице.